ящик взяла вы можете взять что желаете вот все что у вас под рукой есть э, какие нибудь органайзеры вот все что угодно набрала в пакетике землю э, пакетики у меня 18 на 27 они самые хорошие самые отличные да для завтраков легко просто и дешево значит набрала земельки не надо много ну скажем так Одну четвертую часть пакета. Обязательно подписать нужно, дорогие друзья. Вот я здесь подписываю а, сорт. Так, и что мы делаем? Вот так вот я открою, чтобы вам было видно. И внизу, конечно же, после того, как прольете, сейчас просто проливаю. А проливаю ее обычной водичкой, а, разбавленной с легким фитоспорином. Вот сильно не проливаю, так чтобы а, половина м -м, пакета, вот видите, половина пакета замочилась, да? Сильно не надо разводить там грязюку. Все, теперь. Кстати, хочу отвлечься немножко и сказать, что пакеты вы можете брать любые. Посмотрите, можно любые пакеты брать, но чтобы они были большие. Вот эти 250 грамм а, семечки вот были, вот и их очень хорошо. Вот это тоже от Крисп. Главное, чтобы они были хорошие, чтобы не рвались. Хорошие пакеты, а, фольгированные. В них очень хорошо и тепло, и будет хорошо расти. А, но мне вот эти по душе, тоже дешево и сердито. Вот в каждом пакетике у меня а, стоит свой сорт, да, пакетик с сортом огурчиков. Вот здесь я посею, вот с вами вместе, это огурец балконный, F1. Очень хорошая штука. У меня покупали год назад и очень были рады. Значит, что я буду сеять? Ой, сколько я буду сеять? По одному семечку. По одному. А, знаю, что семена хорошие. Взойдут, но вы можете посеять два в любом случае. Вот я сейчас посею два, чтобы вы знали. В любом случае потом вы сможете аккуратненько извлечь его, да, и пересадить, чтобы, ну, потому что бывает так, что покупаете это семена, а они бывают что очень дорогие. И не то, что бывает, они реально дорогие, да? Я здесь вот посеяла два, а так я буду сеять по одному. Если даже не взойдет, я буду сеять много пакетов, то сколько-нибудь да будет у меня. Мне не хочется травмировать потом, я просто почему так делаю, что хочу сказать. На продажу я так не буду сажать, значит, что э, я имею в виду, как я буду дальше выращивать. Время-то потому, что еще рано, то есть добавлять земли буду, да, и они у меня будут расти вот в этих пакетах до высадки на место. И там просто вот так вот берете, ножницами разрезаете и не травмируется корень. Это для тех, кто мне писал, когда я сеяла прямо на грядку. И затем, хорошенечко промочив их, пролив, дать пройти, может быть, часик-другой, чтобы земля вот так вот схватилась, прижалась водичкой. И лопаточкой аккуратненько, не повреждая корень, берете и рассаживаете себе, куда вам нужно или даже, если желаете, из этой грядочки себе в отдельный вот такой вот мешочек потом, да, или же в ведро большое, если кто-то в ведрах, в мешках больших, огромных, 20-литровых выращивает. Говорили, что останетесь без рассады, но очень неприятно читать эти комментарии. Знаете почему? Потому что такое впечатление, что я себе сам враг. Я же не первый раз делаю это, и потом я в дальнейшем показала эти... Эту рассаду за этой рассадой приходили покупать. То есть эта рассада была посеяна для э, покупателей. И даже мои подписчики брали, э, которые были очень довольны, и все прижилось. Вот я им с комом вот так вот и в пакеты, и они пришли домой, приехали и посадили, и все было прекрасно, все были довольны. Не надо просто бояться, не надо придумывать себе проблему, трястись вот, что вот чем больше вы трясетесь, тем больше у вас бывает неудачи. Поверьте мне, не надо этого делать, все очень просто, повторюсь, очень просто. Самое главное, что нужно это делать вечером когда не жарко, с пролитым комом уже, чтобы он там прихватился, чтобы земелька, знаете, окутывала корешочки, чтобы не рассыпалась земля. И с вечера посадить это и обязательно притянить, вот и все. То есть не прямо в горящее, в палящее солнышко вам посадить, ну, я надеюсь, вы это понимаете. Все очень просто. Эти я буду выса... долго выращивать здесь, я просто буду добавлять побольше земли, в них, чтобы они напитались, и затем только я буду их высаживать, вот, чтобы развивались они у меня. Очень хорошо, очень удобно, я вам всем советую. Так, значит, сделали вы вот такое дело, и теперь берете что-нибудь, вот, например, у меня фломастер, и вдавливаете так, чтобы семечко там оказалось, ну, 0,5-1 сантиметр. Ну, как обычно вы сеете. И вот так вот сбоку берем и земельку сверху вот этой ямки который вы выдавили, все, вот и весь посев, дорогие друзья, можете посыпать сюда, э, у меня вот есть здесь моя присыпочка, вот, которую я вам рассказывала о ней, эта присыпочка классненькая такая, и чуть-чуть вот так вот прижать, что здесь у меня есть, а в этой присыпке, сейчас покажу вам ее, у меня тут целый таз, ой, вот, мои дорогие друзья, вот он, целый таз, значит, здесь у меня Mm. вермикулит э, и кокосовый субстрат 50 на 50. Вот. Плюс я сюда добавила э, на 1 литр этой земли, на 1 килограмм, одну чайную ложку э, порошкового супер э, фитоверма, фитоспорина. Господи, все перебрала, девочки, извините. Очень много информации, девочки, и много дел. Все, я посеяла. Что делаем? Туда вдохнуть, вот так, чтобы зим... набрался воздух, и завязываем. Все. Все, дорогие друзья. И видите, обязательно нужно воздух туда вдохнуть и привязать, чтобы там задержался воздух. Когда взойдет у вас семечко, оно не протравмируется. Не забывайте после этого, когда взойдет, когда земелька там посохнет, да, сделать э, дренажное отверстие. Я сейчас не сделала, чтобы вот грязь не разнести. Но если вы боитесь, сделайте. Видите, у меня ящик здесь а, застеленный пакетом. А, в будущем я буду поливать. А, и чтобы водичка, если будет стекать, то будет вот сюда стекать, не на стол. Вот. Так что вот такие дела. Все, дорогие друзья, я сейчас буду сеять все это богатство. И не только по одному. Я больше буду сеять. Значит, а, скажу вам, какие. Значит, буду сеять мини-бэби. Уже просто подписано у меня, поэтому я вложила директор F1 и Бэби F1, и зазуленок, это ранние вкусняющие, вкуснячие. Я уже зазули в прошлом году сеяла, показывала очень долго, допоздна, до поздней осени я срывала огурчики. Это у меня капитошка, как-то я сеяла такой, я помню, такой огурчик. Очень даже ничего, очень хороший, его очень много, на кусту а вот этот бабушкин секрет я вам всем советую он пучковый видите в нем бывает от 4 до 5 и больше э, завязей это хороший сорт вот такие я буду сеять и себе и тем кто пожелает купить у меня если кто-то э, живет в подмосковье значит, Руза, Русский район, и Истроистринский район, Волоколамск. Все вот тут вот рядышком, кто со мной живет, если вы желаете. Друзья, извините, я отвлеклась. Значит, советую приобрести рассаду. Я буду ее продавать. Так что пишите мне в личку на мою почту. Если вы не знаете, где она находится, то она находится внизу в описании под видео. Ссылка на почту, где можно заказать семена. И там же пишите и про рассаду. Вот. И чтобы я знала, сколько сеять, посеять на вас или нет. То есть вы уже у меня возьмете растение, которое будет иметь 4, даже 6 настоящих листьев. Вы посе... посадите себе этот мешочек, и у вас будут огурчики, и вам будет радость. Вот так, дорогие друзья. Очень много у меня еще других есть, я это буду сеять потом. Вот у меня герман, кураж, Значит, русский экспресс очень хороший, говорят, огурчик. Значит, маленький принц классный тоже. Здесь э, конкурент, парижский корнисон, с какой-то, магнат. Кураж уже я вам говорила. Барабулька, мой любимый огурчик. В прошлом году он был посажен у меня в теплице вот в этой с лутросилом. И просто действительно эти барабулечки висели там, ведрами собирала, и вы спрашивали, какие. Вот там из них был вот именно барабулька. И... Зазуля, ну, я думаю, что это тот же самый зазуленок. И это у меня подмосковные вечера. Я их просто обожаю. Это огурцы, всем огурцам огурцы. Они и для... Это раннеспелый. Очень обильный и к перепадам очень хорошо сдерживает все я, эти ягоды, чуть не сказала, огурчики, зеленцы. Ничего там не высыхает. Он употребляется в свежем виде. И засолки, консервирование. То есть вот такой вот огурчик. Всем его советую, дорогие друзья. Ну что ж, я на этом закончу. Буду сеять дальше. А затем в этом же видео покажу вам. Я теперь буду снимать вот так, дорогие друзья. Посевы. Все вместе буду показывать. Отдельно по одному видео некогда показать. Вы можете себе представить, сколько у меня разных всяких э, желаний вот смотрите сколько цветов и я каждое видео отдельно снимать буду нет конечно это очень сложно у меня на канале хочу сделать объявление и очень жаль что не смотрите в принципе все есть практически все Растения есть о посевах и о выращивании. Дорогие друзья, вы просто переходите по ссылочкам в описании под видео они. Рассада 2019, 2020, 21, 20. Все там есть. И вот с 18, по-моему, у меня начинается. Или даже с 17 года. У меня есть посевы, всякие разные семена. Я высаживала, снимала каждое в отдельности. И некоторые есть по 2-3, так сказать растения в одном видео все есть пожалуйста вы только переходите смотрите у меня нет возможности сейчас снимать каждое это мне нужно в день по, по 5-6 видео снимать и потом постараться их вам показать в день что ли это потому что другие есть видео потому что о вам мало кому нужно не все смотрят и об этом дорогие друзья можно говорить бесконечно что хочу сказать помните саму крутку сейчас я вам ее покажу вот сделаем. Сейчас я вот это уберу. Покажу вам все-таки быстренько, как вы можете еще посадить. Посеять. Опа. Вот так вот, значит, вы берете пакетик. Да. Можете больше пакетик взять. Расстилаете его вот так. Сейчас я посмотрю, видно ли. Да, прекрасно видно я. Посмотрела. Так. Что делаем? Два взяла, извиняюсь. <с> вот так вот. Берем пакет. А, немножечко вот так вот я, чтобы потолще вот здесь, вот вверху, он был. Можно вот так подвернуть. Сверху туалетную бумагу у меня здесь трехслойная. А, Кладем ее побольше. В два слоя можно. Это для удобства, чтобы она не быстро растворялась, дорогие друзья. Вот так. Вот что мы делаем? Аккуратненько. Из распылителя. У меня нет распылителя. У меня вот так вот я из груши полью. Вот так вот мы увлажняем. Да? Вот. И дальше что делаем? Берем семечко. Вот оно, дорогие друзья. И аккуратненько расставляем друг от дружки. Ну, скажем так, вот так вот сантиметра, может быть, два. Да, чтобы не мешали друг другу. И вот так расставляем. Сейчас вот я все вот эти балконы посею методом самокрутки. Классная вещь. Но я вот хочу, сейчас разделю от все, чтобы поместили здесь. Так, в конце не надо прямо, чтобы не мешало. Вот так. По идее, это не важно. Клювикам кверху, клювикам к низу, господи, я помню, мне столько там всего писали. Найдет это растение свой клювик. Раньше мы сажали, мама делала ямку, я прям бросала в ямку это семечко и все прекрасно сходило. Значит, писали, что нужно обязательно мне вот, вот так вот. Вот так ровно поставить. Повторюсь, сеяли. Бросали семя, обязательно оно найдет э, место, как повернуться и выйдет к свету правильно. Не выйдет же он семечком, <с> то есть будем так сказать, может быть грубо, но попой не пойдет он, как говорится. Я вас уверяю. Что мы теперь делаем? Мы а берем аккуратненько вот так и сворачиваем самокруточка. Вот она и называется самокрутка. Вот так, дорогие друзья. Вот. Можете сверху еще при э, вот этим листочком одним, да? Можно и так закрыть, и оно будет внутри, не будет прилипать к вот этой к, к пакету. Я даже и этого не делаю. И уверяю вас, все прекрасно. Упа, вот так. Все, мои дорогие друзья, здесь я просто напросто отрежу вот так. Вы можете свернуть в два, вы можете свернуть. Вот вот он пакет у вас. Вот так вы можете его сделать, чтобы не резать. Я отрежу. Вот, не буду тут ничего придумать, но вы можете вот так вот сделать. Или можете сделать, как, сколько вам нужно. То есть регулируйте. Здесь не, не важно, дорогие друзья, кто как сделает, кто порежет. Берем вот такой вот аккуратненький значит, стаканчик, наливаем водички и, конечно же, подписываем обязательно. Балконы я подпишу. Вот. Балконы 22 марта. Всё. И все, дорогие друзья, наливаю сюда водички, здесь у меня бледно разбавленная водичка из с фито... с фитофтори... фитоспорина и много не наливаю водички, сейчас вам покажу сколько, даже просто вот так на пальчике покажу, вот одну четвертую из стакана, меньше даже не наливаю много, это туалетная бумага, будет как проводник как проводник будет водички до нашего семя. Да, и когда проклюнется э, сеянец, семечка, обязательно пустит большой корень вниз, и этот корешочек будет доставать питание. Но, что хочу сказать вам, дорогие друзья, ни в коем случае нельзя оставлять э, самокрутку с сеянцами, чтобы они дальше росли. То есть появляется семедолье. И их тут же нужно посадить. Ну, появляется первая настоящая лист, листочки только проклюнуться обязательно нужно. Если вам вдруг случилось, что некогда это сделать по какой-то причине, наливайте сюда любое э, удобрение. Но я этого никогда не делаю, дорогие друзья, никогда. Не нужно этому сеянцу удобрения, просто в воде нет питания. И эти листочки у вас ничего не дадут. То есть сам вегетационный период, когда у семечка, оно уже по природе начинается, и ему тут же его нужно посадить, дать земельку, чтобы он сформировался, чтобы получить урожай. А он там будет сидеть, ему расти надо, его по башке бьют. Сиди, сиди, сиди. То есть ему он не может проявить себя, свой вегетационный период не может начать. Вы понимаете, и это касается всех всех растений. Так, дальше. Значит, такое я вам показала. А, показываю другой э, этот э, способ. Берем, значит, давайте я возьму, конечно же, подмосковные вечера. Так, вот пакетик. Обязательно подписываем, а обязательно вот так. Дальше, что мы делаем? Берем семечко. Этот способ шикарный, но тоже обязательно нужно не проглядеть. Это очень важно. Прогляните, все, у вас он там испортится. Это я делаю на сутки, он успевает, даже уже некоторые семечко успевает даже проклюнуться. Вот они два семечка. Беру, одно какое-то тоненькое, другое попузатее и кладу сюда в пакетик. Вот пакетик, видите? Что делаю сейчас я? Беру водичку, вот такую из фитоспорина, и сюда, вот так, раз, все, немного, не надо много, это даже у меня получилось много, много не надо. То есть я поставила семечко на замочку, вот. И вот так вот берете вот такой вот контейнер, секундочку, и в этих пакетиках вы можете побольше, пакетики меньше, вот так вот, как солдатики, собирайте их сюда, давайте так, чтобы было видно, вот так, вот они, складывайте и убирайте, сутки, не больше, вы уви... и про... нужно обязательно смотреть, и тогда вы поймете, что семечко, оно набралось энергии, водички, да, оно набухло, и вы тут же сеете, не надо оставлять, чтобы они там проклевывались, огурцы вообще очень быстро могут проклюнуться, меньше водички, это я даже много налила, вот такой вот способ, вот такой вот способ, в мешках способ, отдельные стаканчики берете, насыпаете из земли, кладете семечко, присыпаете сантиметров, поливаете, убираете в пакет, и так тоже прекрасно, друзья, вот... Все очень просто. Еще раз повторюсь, что самое главное для растений? Вы себе всегда ответьте на этот вопрос, задайте его и сами себе ответьте. Это плошечка любая. Это земля. Пролили, положили семечки, накрыли сверху семечкой земелькой, убрали в теплое место, чтобы был конденсат, тепличный эффект. Все. Обязательно взойдет. Если хорошая семечка, обязательно. Но тут есть одно но. Есть самая важная вещь. Это чтобы вы не проглядели. Потому что часто бывает, что посадили и забыли, посеяли и забыли, да, или, ай, ладно, завтра буду заниматься, послезавтра, это дело не пойдет, и только тогда можно сказать, что вот у меня не всходит, вы сами прогабили, а говорите не всходит, оно зашло и погибло, значит, нужно будет следить за этим и не перелить, все, открываете и сразу на свет, и пожалуйста, лучше не долить растение, чем перелить, все. Так просто, дорогие друзья, я на этом буду заканчивать вот этот, э, так сказать, кусочек видео. Будем с вами встречаться еще на террасе.